Добрый день, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Сегодня урок закрепления применения алгоритма письменного умножения и деления. Сегодня на уроке вы будете применять алгоритм письменного умножения и деления. Каждый из вас знает и любит сказки этих великих сказочников. Задание первое. Найди выражения с одинаковыми ответами, и ты узнаешь, в какой стране жили и какие сказки написали эти великие сказочники. Ханс Кристиан Андерсен жил в Дании, написал сказки «Русалочка», «Дюймовочка». Вильгельм Гауф жил в Германии, написал сказки «Маленький мук», «Карлик нос». Шарль Перро жил во Франции, написал сказки «Красная шапочка» и «Кот в сапогах». Следующее задание. Вычисли 171 умножить на 4 минус 329 умножить на 2. Первое действие. 171 умножить на 4 равно 684. Второе действие. 329 умножить на 2 равно 658. Третье действие. 684 минус 658 равно 26. Значение выражения 26. Мы решили первое выражение, теперь остальные выражения попробуй решить самостоятельно. Проверь себя. 317 умножить на 3 плюс 15 умножить на 2 равно 981. 840 разделить на значение разности 956 и 948 равно 105. 900 минус 269 умножить на 3 плюс 193 равно 286. 954 разделить на 6 плюс значение суммы чисел 370 и 180 разделить на 5 равно 269. 390 плюс 290 разделить на 4 плюс 528 разделить на 2 равно 434. Следующее задание. Сравни вычисления. Четыреста пятьдесят разделить на 3 равно 150. 920 разделить на 4 равно 230. 150 меньше, чем 230. 690 разделить на 3 равно 230. 750 разделить на 5 равно 150. 230 больше, чем 150. 990 разделить на 9 равно 110. 990 разделить на 3 равно 330. 110 меньше, чем 330. 840 разделить на 2 равно 420. 840 разделить на 4 равно 210. 420 больше, чем 210. 360 разделить на 2 равно 180. 360 разделить на 3 равно 120. 180 больше, чем 120. 90 разделить на 5 равно 18. 90 разделить на 2 равно 45. 18 меньше, чем 45. Следующее задание. Составь верное равенство и неравенство, используя таблицу. Давайте проверим. 720 разделить на 2 меньше, чем 856 плюс 124.
850 разделить на 5 меньше, чем 450 умножить на 2. 565 минус 326 меньше, чем 120 умножить на 3. 1000 минус 20 больше, чем 125 плюс 635. 720 разделить на 2 равно 120 умножить на 3. 856 плюс 124 равно 1000 минус 20. Реши задачи. У Виктора 800 тенге. Он купил 3 детские книги по 245 тенге. Сколько денег у него осталось? Проверяем. Ответ задачи. Осталось 65 тенге. Следующая задача. Сколько денег потребуется для покупки 2 книг по 456 тенге и закладки по 88 тенге? Проверяем. Ответ задачи. Потребуется для покупки 1088 тенге. Следующее задание. Вычисли. Готов проверить себя? 17 сантиметров умножить на 4 равно 68 сантиметров. 147 часов разделить на 3 равно 49 часов. 102 килограммов умножить на 2 равно 204 килограмма. 17 килограммов умножить на 4 равно 68 килограммов. 64 минут разделить на 2 равно 32 минут. 422 метров разделить на 2 равно 211 метров. Следующее задание. Вычисли, используя сочетательное и переместительное свойства умножения. Произведение чисел. 25 и 4 умножить на 9 равно 1800. Произведение чисел. 50 и 2 умножить на 8 равно 800. Произведение чисел. 25 и 4 умножить на 7 равно 1400. Произведение чисел 14 и 5 умножить на 3 равно 210. Произведение чисел 50 и 2 умножить на 4 равно 400. 12 умножить на произведение чисел 5 и 2 равно 120. Наш урок подошел к концу. Оцени себя с помощью лесенки успеха. У меня ничего не получилось. У меня были проблемы. Мне все удалось. До свидания, ребята. Спасибо за внимание.